Сегодня у нас на столе L3 плюс. Значит, ну, те же самые проблемы, что с остальными асиками. Ничего нового тут не придумали. Выгорают точно так же шестипиновые разъемы. Значит, здесь есть такие нюансы. Вот контактная площадка и вот контактная площадка. Покажу сейчас вот поближе, вот они, да, видно. Эти контактные площадки предназначены для подключения также винтовых клемм, для подключения напрямую питания. Соответственно, вы избавляетесь от этого геморроя, как выгорания проводов, контактов этих разъемов. Значит, ну, нюансы какие. Здесь нету радиаторов снизу платы. Соответственно, это сделано из-за того, что платы уже 4, а не 3, как в S9. Соответственно, некуда было их там разместить. Вот. И из-за этого у нас хуже охлаждение, естественно. То есть уже снизу чипа у нас нет ничего. Он уже естественным образом охлаждается. Значит, конденсаторы тоже довольно качественные стоят здесь. Как бы таких проблем нету. Те же самые MOSFET-ы, только на один меньше. Ну, потому что мощность потребления тут тоже поменьше. Ну, в общем-то, такие нюансы здесь. Также проверка осуществляется чипов с использованием контактных площадок. Здесь хорошо видно эти контактные площадки. Они видны и с этой стороны платы очень хорошо. Они сквозные. Они позволяют проконтролировать состояние там и определить неисправный чип на самом деле. Также, значит, чипы приклеены на теплопроводящую основу, которая при нагревании разрушается, снимается радиатор, затем устанавливается новый чип, берется такой же, скажем, с банки новый термоклей, нагревается до температуры 200 градусов, и после чего она затвердевает и уже не отваливается. Ну, в общем-то, управляющая плата здесь немножечко отличается от S9 того же. Здесь управляющая плата, такой вот пирог. Вот, кто в теме, тот меня поймет. Здесь применяется одноплатный компьютер обыкновенный. Причем он снимается вот на таких вот разъемах ПЛС стандартных. Вот она, конструкция. Написано Antminer, на самом деле это одноплатный компьютер, по-моему, там какой-то типа Барибона. Я уже сейчас не помню, как он называется, но есть такие же в продаже. То есть, в общем-то, обычные одноплатники, которые просто поставили на такую вот кроссплату, на которой, в общем-то, источники питания, цепи защиты по вентиляторам, блокировочные диодики стоят. Ну и, в общем-то, шлейфы на хэшплату и разъем вентиляторов, разъем питания. То есть тут, в общем-то, ничего нет на этой плате, тут гореть нечем, кроме вот этих вот источников питания, которые питают сам одноплатник. То есть все довольно-таки просто сделано. На самом деле они это упростили. То есть типовое вот такое вот изделие стоит здесь, которое, видно, сделано по заказу. Всем спасибо, приносите оборудование на наш сервис.